ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» в ближайшие 5 лет в лечебных учреждениях Ульяновской области количество медицинских специалистов планируется увеличить. Накануне на совещании под руководством главы региона были рассмотрены вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов и проведения ремонтных работ в государственных учреждениях здравоохранения области, а также система работы с молодыми специалистами и волонтерами-медиками. До 2024 года властям региона предстоит привлечь в отрасль порядка 1000 врачей. Для этого, по мнению участников совещания, необходимо не только развивать медицинскую инфраструктуру, но и сделать все возможное, чтобы у молодежи появилось огромное желание освоить эту профессию. На реализацию проекта в регионе планируют потратить более 904 миллионов рублей.